Всем привет, с вами Мимики, мы продолжаем проходить Нио 2. И да, далее снова дополнительные квесты. Разбросанные осколки. Мацунага Хисахидэм славился любовью к чайным церемониям. Перед смертью он наполнил порохом свой любимый чайничек Хирогума и, прижав к груди, поджег фитиль. Конечно, они вместе взлетели на воздух. Да ж, он и любил, и умел внимание привлекать. Замок его все еще стоит, пусть и заброшен. И осколки чайника разбросаны там по всей округе. Если мы соберем эти осколки и как-нибудь починим Хирогума, думаю, души мертвых на горе Сиге придут наконец в покой. Да. Также этот квест у нас связан со следующей молитвой при Луне. Здесь написано, что нужно выполнить именно сумерки. Ну да, в этом регионе сумерки, видимо. Задание. И также получите помощь от Яманаки Сиканоски в разбросанных осколках сумерках. Да, нам нужно будет призывать пацанчика. И да, это миссия из первой части, и как и в первой части мы собирали чайник, так и здесь мы будем только в немного в урезанном варианте, потому что там мы собирали из этих огромных пауков по всей сюжетном, ну, по всему сюжетному заданию. Здесь она так урезанная. Ну да, в любом случае. Попадаем. Здесь у нас закрыто. Представляет собой левел чистой и состоящий из этих, как его, чисто, ну, арен с врагами. Также по поводу эзотерик. Снижение без снижения. 1.1.53 получается. .1.1.79. Незначительно, но в сумме, когда мы полностью всю стамину тратим, не знаю, копеечка всегда может помогать, поэтому да. Исахида у нас валяется вроде бы чуть дальше. Поэтому здесь мы его не найдем. Ну и да, арена с врагами. Пауки. Тесса. Так, униби, пошел нафиг. Лен. А сдохни ты, дурачок. Язура. Блин, не попал. Теперь попал. Все, первая волна пройдена. И с нее упала, ну, личина демоницы. Не обязательно дроп. И осколок Хирогум 1. Мой хозяин любил меня больше всего на свете, но уничтожил перед смертью. Человеческая душа для меня загадка. Осколок знаменитого чайника, принадлежавшего Мацунаге Хисахиде. На поверхность... На...
На поверхности заметны подпалины. Когда владелец Хирогума умер, разбился и чайничек, но даже в этих осколках до сих пор можно ощутить любовь, которую Хисахида испытывала, гордясь Хирогума. Где? Можно снова сохраниться и идти дальше. В первой части мы вон туда вот шли, и там тоже один из осколков был. Ну да. Следующая арена. Сколько трупов? Бабка. Еще одна бабка. Еще бежит, а, паучара. Так, Униби. Пандатара. Дай забафаться. И умирай, паук. Получай. И конец. На крыше видим у нас дроп. Это значит, что туда нужно попасть. И также второй осколок. Лор будет. Лора не будет. Эта дверь у нас тоже закрыта. Как же здесь много трупов. Ладно. Осколок. А, лор весь тот же самый. Обидно. Ну да, и здесь у нас Яманака Сиканоски, которого нужно призывать. И развилки. Там квест заканчивается. В принципе, давайте его возьмем. Не помню, если он умрет в миссии, выполнится ли условия. Ну, проверим, если так будет. Здесь, помню, в первой части у нас камень постоянно кидали. Ну да. Здесь будет проблемная часть, если особенно мы играем в онлайн-режиме. Мы играем в онлайн-режиме. Ладно. Появляются враги. Там должен появиться враг, да. Появился. Почему там Гривенант? Ладно. Как уже можно догадаться по Ревенанту, что там у нас сидит гитарист. Не вызывай ревенантов, пожалуйста. Ну да. Третий осколок.
Здесь даже не в онлайне специально расставлено. Вот враг, вот враг, которого все равно призывал бы гитарист, а в онлайне еще дополнительно еще другие ревенанты. Поэтому да. Проблемное место. Заблудший воин. Лут. Блин. Ну ладно, фиг с ними, с этими двумя катанами. Или пойдем заберем. Негоже оставлять лут. Ну и финальная часть. Здесь тот же самый лот. Лор. Погнали. Сразу можно побежать наверх. Потому что заблудший воин. Блин, что произошло? Ёлки-матрешки. Я видел, что он спрыгивает как бы вниз. И хотел в прыжке его добить. Давайте призовем духа. Надо будет посмотреть, сколько еще раз нужно их призывать. Кто там? Кроком. Там лута. Копейка денег. Фигня. И четвертый кусочек. А, тебе удалось собрать осколки моего разбитого тела. Благодарю тебя, но пути человеческие для меня все так же неисповедимы. Легко можно пропустить тот момент и не взять один кусочек чайника. Вроде бы должны были тогда по-другому здесь описание быть, но мы же выполняем все правильно, правда? Прекрасная работа! Тебе удалось собрать все осколки до единого. Ничего иного тебе ожидать и не приходилось. Теперь мне понадобится немного времени и лака, чтобы его склеить обратно. Думаю, после этого дух Хисахиды обретет покой. Благодаря твоим усилиям на гору Сиги вернется мир. Большое тебе спасибо. Вы получили починенный рики ученичек Хирагума. Это, собственно, предмет. Это, собственно, чайник. И где он? Немного непонятно. А, или он в этих ключевых. Да, вот. Восстановленная чаша Хирагума. Отреставрированный Сенорику чайничек, собранный им из разнообразных по склонам горы Сиги осколков. Неизвестно, пришлось Рикю прибегнуть к меду или нет, но выглядит чайничек не хуже нового. Лишь редкие гремящие звуки свидетельствуют о его хрупкости. Да. Этот чайничек можно... не его. Принести на оценку. Новичок в чайных церемониях, хорошо.
Также зайдем к кузнецу и отдадим все. Чертежи. Так, обновление. Чайная посуда. Просмотр. Рекомендация. Нифига себе, необычность. 11% на шанс выпадения посуды. На самом деле можно. Потому что посуда ценится. Она и продается хорошо. И ее обменять на славу тоже можно. Довольно-таки неплохо. Но в любом случае, с этой миссией мы закончили. Давайте, наверное, сразу пойдем пройдем это дополнительное задание. Не будем разбивать на два видео, потому что уже хочется идти на сюжет. Ну да, молитва при луне. Хоть и здесь показано, что не то святилище, так оно и есть. И обычно в таких ситуациях чисто арена идет здесь. Нет, здесь сначала арена, а потом еще нужно юкаев поубивать. Доводилось ли тебе слышать о призраке, который появляется лишь в пару, когда луна имеет вид полумесяца? Судя по услышанному, увидеть этого призрака можно в окрестностях столицы. Его видели на горе Сиги в Ямато. И вот совсем недавно в Исиями Ханганзе. Воины его страшно боятся. Не хочешь ли узнать, что это за призрак? На самом деле не хочется. Типа, идти узнавать, что там за призрак, который там ходит, там всех убивает. Ну, раз есть задание, то нужно идти. Да. Сначала у нас, собственно, арена с пацанчиком. Он не сильно опасный враг, но неприятный. Один из лучших вариантов, конечно, раскидать ее с помощью аркебузы. Он сам по себе мечник, катана. Что он хотел сделать, непонятно. Опасно. Блин, я думал, ты помрешь. Да, помер. Здесь у нас лут. И после его смерти сразу же появляются мечи, которые говорят, что призови его. Это тот же самый Яманака Сиканоски. И если мы его не призовем, по сути, мы не пройдем дальше. Поэтому, да. Приходится его призывать. И с ним нужно пойти дальше и очистить это место. Там у нас заблудший воин. Здесь у нас змееголовый. Блин, почему? Почему я не попал? Непонятно. Ну да. Проходим дальше. Здесь есть несколько вариантов, как можно проходить это задание. Можно пройти здесь по дорожке, можно через крыши проходить.
Можно подобрать сундук. Там мы видим котик. Где-то находится. Здесь у нас... Блин, это плохо. Там и слизняк. И змеюка под люка. Вон, зай! Ладно. Как-то так. Можно выйти сюда, подышать воздухом. Здесь у нас слайм. И котик. Там заблудший воин ходит, поэтому лучше всего подняться тоже на крышу. Блин, чувак, у тебя там отравление. Он немножко помирает. Окей, фонарик. Подай. Плохо, конечно, что он упал. Да, он там побежал. Непонятно. Ладно. Блин. Плохо, забыл про... Аркебузника. Здесь у нас сундук. Почему-то можно его забрать. Второй котик. Обновляем. Там тоже заблудший воин. Так нечестно кидать. Гаке. Эх, рука зачесалась. Ну и здесь у нас этот монах. Затыкали. Благодарю тебе и прошу меня извинить. Пусть не легок мой путь, но идти по нему надо в одиночку. Окей. Просто помогли ему поубивать. Юкаев. И все. На этом задание заканчивается.
Понятно, похоже, призраку пришлось не сладко. Молитва, та, судя по всему, принадлежит Ямонаке Юкимире из рода Амака. Некогда он заключил с родом Ода союз, желая вернуть своему роду былую власть, и, похоже, даже смерть не заставила его отказаться от этой мечты. Он настоящий пример для подражания для любого вассала. Похоже, его молитвы были наконец услышаны. Да. Получаем много душ. Что хорошо. И все. Получается, мы все задания выполнили в сумерках. И теперь в следующий раз мы наконец-таки сможем начать регион Мечта. У нас остался еще в Дадзё непройденный квест, который также откроет эзотерики ниндзюцу. И это. Вот это позволяет немедленно задействовать технику ниндзюцу, воздействующую на вас, и увеличить длительность ее положительных эффектов. Либо здесь эзотерика увеличивает урон, наносимый метательным оружием, включая предметы и оружие дальнего боя. Что-то не сильно полезно, потому что я, ну, по сути, не пользуюсь ниндзюцу. Хотя продолжительность для этих, как его, лекарств, пилюлек, вполне неплохо. Но там не сильно большое увеличение, поэтому давайте посмотрим в титулах. Много титулов. Да, смертей 0. Сотый левел. Да, конечно, шли по красивым цифрам, конечно. Тут, конечно, немножко лоханулись. Ну ладно. История титулов. Нет, еще нам принимать и принимать. Да, по 3 опции, до 50 раз. Окей, ну придется использовать самоотвагу. Потом переключимся на подвижность, загадку. Потому что все эти титулы нужно будет нам выполнять. Что бонусы все равно копеечные, но все равно нужно забирать. В общем, вот такие вот задания. И в следующий раз сюжетка. А пока на этом все. Пока-пока.